В Бийске на Чудском тракте есть неприметное кафе, которое пользуется огромной популярностью. Именно здесь делают самые большие чебуреки в Сибири. По версии журнала «Автограф», они вошли в гастрономический путеводитель трассы М-52. Кроме них в списке оказались сростинские пирожки, тальменский морс и многое другое. На сегодня нас интересуют именно чебуреки-великаны. Свой первый чебурек Нумин Миргафуров сделал 17 лет назад, еще в 97 году. Тогда вместе с женой решили открыть семейное дело. Геолог по профессии хорошо разбирался не только в недрах земли, но и в кулинарии. Так открыли чебуречную. Начали помаленьку вот с супругой делать. Она делать начала такие обычные маленькие, а я начал делать большие. И вот люди начали спрашивать: ты, говорит, сам раскатай, сам сделай. Не надо, чтобы супруга делала. И вот эта идея дальше больше пошла, и вот мы пришли к этому. Мясные, с ветчиной, овощные и даже сладкие. Крымско-татарское национальное блюдо давно стало излюбленным в нашей стране. А на кухне Миргафуровых получила смелую не только форму, но и содержание. Полукилограммовые гиганты знакомы всем бийчанам и не только. Туристы, которые регулярно путешествуют по Алтаю, непременно заезжают сюда.